motherfucker. Слушай, ну, привет, короче. Да, здорово. Отряд или... Давай отряд. Так, ну, проще, короче. Можно еще пожить, как бы, да? 4 — это минус 2 противника, 2 помощника в плюс. То есть на 2 меньше нужно будет убивать. И, ну, непосредственно, короче, на... у нас на 2 ствола больше. Это в 4 раза мощнее. Колоссальное количество патронов по одной цели. Прикинь. Санок. Разминочка. Давай, главное, в нее зайти. Террасе разминочку в Санька, блин. Попробуй там выжить нормально. Хотя, хер его знает, посмотрим. У меня 110 этих куриц. О, и еще одна курица. Закрыть. Выжить, по крайней мере, 20 минут надо 5 раз. Всякую хрень, короче, сделать по заданию. Короче, просто нажми готов, братан. С удовольствием буду дальше тебя слушать. Просто готов. Нажми, чтобы встали в очередь. Нажал. Все, нажал. Спасибо. Это Каба Гейм, Али Гейм. Все как всегда. Не бритыш, постричься тебе надо. Че, маску, блин, надел? Ты как Педро выглядишь просто. Вот, чистый, блин, Педро Дель Фаворо. Не надо. Нормально? Питер. Ну, в смысле, Питер, имя, знаешь, такое? Английское. Я тебе сейчас скажу. А мы летим. Понимаешь, мы летим. Серега. Олежек, минус один. Я понял. Я оружие собираю, Серега. Я пока вот не соберу оружие, не буду чувствовать себя в безопасности. Я хер вообще что буду делать? Я... Никого. Оружие поднял, рожок зарядил. Так бы сейчас бы стрелял. Вообще никого нету. Ау! Anybody here? Хоть кто-нибудь. Сотку вот ставлю, видите? Что он первый сдохнет. Все, понятно. Ну, конечно, блядь. Что, тебя убили? Да. Ну ладно, ну, короче. В укрытии ладно. Было, я на тебя. Я же говорил, ты первый вылетишь, торчишь сотку. Скрыть за 4 курицы. И вы получаете какие-то ботинки. Ледник 89 тысяч. Ледник 78 тысяч. Стелс Ультра Макс Мини SLF AMG 2.0 TFI Pro Max. Да что там? Продолжим. Ты заразительный человек. Я? В смысле, ты интересный? Это ты, в смысле, ты мне комплимент делаешь? Я не пойму. Ты... Да. Пушку падаем, да и все, понял? Нет, я не хочу туда. А ты кто? Я... Понятно. Лутоником. Третий. Сука, ты застал уже. У меня пистюган какой-то непонятный. У тебя хоть пистюган, у меня пока только пальцем тыкать. Там был рюкзак, валялся. Тут у него эмка есть, Олеж, я забрал калаш просто. Окей, забирай. Понимаешь, я не могу просто так взять оружие, какое вот попало. Мне нужно с ним породниться. Мы должны друг друга выбрать, да. Надо мной. Посмотри на меня, надо мной тип, алло. Он просит тебя вот... Вот он. Это что было? Это был какой-то, я не знаю вообще. Я не знаю, зачем тебе сковородка? Чё ты вечно все подбираешь? Ты вот, я не пойму, тебе что не прибито на... Вот. Слева, двое, слева, братан. Вижу. Все, шутками. А между нами пальба. Та-та-та-та-та-та. Минус один. Второй вон там, даю точку. Да хоры тут. Но я просто вижу типов, я как бы делаю свою работу. А где ты их видишь? В воде, прикинь. Я могу сквозь воду смотреть. О-о-о. Прости. Так, слышишь? Да. А вот не знаю ничего. А вот нихер. А вот все. Я по твоему не стрелял, бля. А вот все. А вот и все, бля. А вот все. Можешь меня не спасать, я не выжил. Залетели мои раны, бомбалея! Наблюдай, давайте понаблюдаем за Серегой. У Сереги на голове арбуз. Иди най. Сережа! Вон он, видишь, нет? Нет. Ладно, ты убедил. А вон тот. Возможно, тот он или нет? Он ты уверен? Да ну что это такое? Ты серьезно? Ты... А, выйди в лоб. Ну, слушай, фаншот. Санька мы, короче, покажем. Я помню, ты, по-моему, там помер. Но мы-то победили командно, алло. А, ну как команда, да. Опять мы... Да, Серега всегда думает, что он один играет.
Он просто настолько командный игрок, что вот да. Да ладно, ладно. Мы очень любим Сережу. Он то десантируется не там, потом кричит, что че вы от него убежали. Ты не там десантировался, причем в два раза подряд. То очки считает чисто в одно лицо. Сука. Скарель, Олежек Скарель. Блин, ну красавчик, что я могу сказать? А у меня ни херель, понял? Ни херель. Ни херель? Да. Ни херель тоже, кстати, хорошее слово. Это новый, по-моему, да, ввели уже? Да. Правда, от ни хереля ты получаешь, да херель? Да. Это его особенность, это его спешл, блядь. Мы в центре зоны. Надо будет потом... Чувак. Вот здесь, двое. Прикинь, короче, у меня Скорель не перезарядился. Убивай его, что ты даешь ему шанс? Просто убери его, все, второго стреляем. А вон и я, видишь? Угу, красавчиком. Посмотри на меня. Посмотри на меня, говорю. Я слева. Алло. Девчушка. Это не я. То есть ты, короче, долго смотрел на большую, огромную фигуру моего персонажа в загрузке меню, в лобби, да? Причем не один час игры. И после этого ты забегаешь в здание и говоришь: «О, какая ты девчушка!» То есть это, на что ты... Ладно. Это карма, братан. Спасибо за крутой трек, Кафаныч. Ты, как всегда, лучший в музыке, блин. Просто бомбец. Короче, Серега потек там. Так, ты что-то у меня начал прерываться. Да? Прерывисто говорю. О, сейчас нормально вроде бы. У меня настолько чистый голос, что интернет не может его передать. Блин, они там сейчас все быстро друг друга переубивают. Ну, не реви. Я не реву. Не реви. Не реву. Не реви. Ну, тебя убили? Да, меня убили. Видишь, я по нему начал стрелять, они, по ходу дела, решили к нам пойти, что ли. Ну да, это очень было неожиданно, да. Я на самом деле думал, что если мы будем в них стрелять, они такие: «О, в нас стреляют, о, меня попали». Да не, пацаны, пойдемте дальше. Это вам показалось. С чего бы это они вдруг на нас решили? Вот мы стреляем в них, они: «Чуй нам туда, короче. Пойдем проверим, кто стреляет. Почему? Есть лицензия, нет?» Давай вот сюда. Ну, полетели. Не вопрос. Не ответ. Блин, читал, короче, за одного типа в Америке. В одном штате, короче, людей воровали инопланетяне. В Америке? Да. И чтоб инопланетяне не воровали. Да. Всем привет, кстати, ребята, кто пришел на стрим. Всех рад видеть, блин, постоянных 5 человек. Аж это воодушевляет. Приятненько. Да, только ты плакать не будешь. Не буду. А то он, знаете, такой сентиментальный, как расплачется. Да, такой: «Они пришли! Какие они молодцы! Всем по лайку». Потом фотоальбом начнет, и пока... Да, вот этот вот четвертым зашел, да, там следующая фотография, да. Вот смотри, какой комментарий. Это его первые слова на моем канале. На тачку и по прямой? Конечно. Ты думаешь? Умеешь так? Так нет, так я не хочу уметь. Сохрани, пересмотри несколько раз. Вин Дизель у меня учился. Вообще, на самом деле, я уже забыл, куда мы едем, я просто блуждаю в поле. Ты меня нормально слышишь? Да, а ты меня? Да, самое. Давай сюда пойдем, давай. На зелененькую. Только давай сначала полетим. Я полетел. Олежек, у меня тут трагедия была вчера. В смысле? Ну, мышка моя по этому самому пошла. По одному месту. Да ну нахер! Да. Ты не представляешь, как мне похеру. Ты молодец.